Здравствуйте, друзья. Надо сказать, что вот так часто бывает, вроде так потянешь за ниточку, а потом там две ниточки, три ниточки, там целый канат потом вылезает. Вот так получилось с идеей о том, чтобы вынести куда-то в офшор какую-то часть нашей работы, специфически вот проверку там контрольных, которые ребята делают. И я получил такое невероятное количество резюме, и, ну, не все прислали резюме, некоторые просто там словесно описывали. Иногда это могло быть там, может быть, там один абзац, но достаточно убедительно там и так далее. Такое невероятное количество запросов, что прямо даже, знаете, я не ожидал, честно. Но я думал, ну, будет там 5 человек, ну, что ж такое. И вот у меня мысли стали развиваться тогда в ту сторону, что, ну, хорошо, так, может быть, можно больше вынести, если есть качественный народ, который как бы может делать эту работу. У нас на самом деле проблема в том в офисе, что мы как бы место все исчерпали, и если нужно еще человека посадить, его просто негде посадить. Поэтому как бы это одна еще тоже из причин, по которым мне как-то хочется, может быть, по максимуму вынести из офиса то, что можно из него вынести. Я вчера уже сел, и там с сотрудниками мы там сидели, генерили, какие вещи вообще не требуют присутствия человека в офисе. И так получился существенный список, на самом деле, из того, что мы тут делаем. Поэтому это даже не столько вопрос экономии, хотя как бы деньги тоже важны, но в данном случае, когда вы про контрольные говорили, речь шла о дополнительном расходе, да, то есть нужно было выполнять работу, которую вот я хотел там, которая так плохо выполняет или вообще не выполняет. Вот, скажем, домашние задания мы вообще не проверяем, мы не можем. Только, конечно, преподаватель, когда урок ведет, он в классе видит, что происходит, но у нас была дискуссия, в ходе которой нам студенты четко сказали, ну, такие как бы, не то, что мы весь класс опрашивали, а избранные. Вот эти избранные нам говорят, ребята, говорят они, если домашнее задание в классе не проверять, или там где-то не проверять, то делать его не будут в основном. Что правда. И мы с этим много сталкивались, и нас это немножко смущало, удивляло, потому что как же так, ему же для себя. Че же он? Ну, значит, жизнь такая. И вот стал вопрос, как проверять вот эти вот контрольные задачки там и так далее. В частности, автоматизация. Если в ручном тестировании ты можешь там догнать потом, то в автоматизации, если ты там пару-тройку уроков ты потерялся, все уже, кончилось. Понимаете? Поэтому надо доводить до того, что задание выполняется, соответственно, значит, он на уроке потом не теряется и заканчивает все это хорошо. Так вот, я это к тому, что не только денежная сторона важна, но просто место ограниченное, в общем. Короче, вот по этой позиции. Я-то думал, что где-нибудь в середине декабря я сяду и начну определяться, что у нас с кандидатом на вот эту позицию, с контрольными, с домашними заданиями там и так далее. Но получилось так, что абсолютно идеальный кандидат на нас упал. То есть со свободным английским, с опытом работы в тестировании. И там, ну, в силу семейных обстоятельств, вот, человек вынужден находиться дома. Вот, и как бы наш вариант просто как бы в мазь ложится. Так что неожиданно это решилось все вот как бы просто на раз. Без того, чтобы сравнивать, оценивать там и так далее. Вот как-то так легло и все. То есть в данном случае у нас вот эта позиция, можно сказать, закрыта. Но поскольку мы начали смотреть, что еще делать, то план сейчас такой, чтобы работало, может быть, человека 3, может быть, 4. Мы потихонечку нарастим группу, и тот, кто первый, он, по идее, должен сначала освоить то, что он делает, потом мы начнем выносить туда же более сложные вещи, а вот то, что человек сейчас научится делать, он уже будет контролировать там как бы таким небольшим лидом будет или там
менеджером, не знаю, как правильно назвать. Вот кто-то, кто, значит, ответственный такой по группе. Вот. Поэтому, что я хочу сказать, что все заявки, которые есть, они все есть. И они никуда не пропали. И я очень рассчитываю, что мы еще сядем и начнем, значит, разбираться с тем, что есть. Потому что нам понадобится больше народу. Вот. Но не в один день. Да? То есть нам нужно, допустим, пару-тройку месяцев, я думаю, чтобы вот нового человека... А может и быстрее все произойдет, я не знаю. Чтобы новый человек вышел на такую производительность, как бы, которая нам нужна. Все равно нужно синхронизироваться. То есть вот, не учить его основам там, тестирования или английского, но синхронизироваться в том, как мы проверяем, значит, подготовить какие-то материалы, которые нужны для того, чтобы выполнять эту работу, то есть, допустим, там, скажем, типовые ответы. У нас их нет, мы, честно, мы так сами знаем и друг с другом все время обсуждаем. У нас постоянно идут обсуждения, вот как быть в такой ситуации. Вот человек что-то написал, а, значит, мы это принимаем или мы как-то возражаем. У нас уже сложилась некоторая такая концепция, поэтому надо будет это все документировать, засинхронизироваться с человеком, понять, как мы это делаем по средствам связи, там, да, то есть вот этот communication, как это все проходит. Для нас это новенькое занятие такое, то есть мы должны понять, как это лучше делать. Вот. Тем более, что с учетом разницы во времени и так далее. Ну вот такая вот интересная динамика. Вроде началось там с маленькой штучки, а выходит в какую-то большую. И я спрашиваю себя, а что же я раньше-то этого не делал? Знаете, думаю, что действительно? Наверное, от того, что вот как Роберт Киесаки, когда он про 4 квадранта рассказывает, вот он говорит, что малый бизнес, это как бы его философия состоит в том, что владельца малого бизнеса, что если хочешь, чтобы что-то было правильно сделано, сделай сам. Вот. А уже когда большой бизнес, он состоит в том, что надо правильных людей поставить на правильные места. Это как бы другой навык, другое видение и так далее. У меня этого не было никогда. И, собственно, откуда бы оно взялось. Вот. Поэтому я, наверное, вот сейчас начинаю как-то вырастать из психологии такого маленького семейного бизнеса во что-то такое более структурированное. Я даже не знаю, с чем это связано. Ну вот, как бы момент такой, не знаю. Да. Вот такая вот новость. Поэтому я понимаю, что кто-то скажет, вот так что, слать дальше резюме или не слать? Давайте пока больше не слать. Я, когда дойдет до дела, значит, я, может быть, отдельно сформулирую, что конкретно нам надо. И тогда отдельно добавлю и скажу, и попрошу там тех, кто считает, что он подходит, дополнительно подослать. Кроме того, я скорее всего, дам какой-то имейл, и чтобы туда шли резюме. Потому что то, как сейчас происходит, меня засмущало. В частности, например, я там довольно четко сказал на видео, что пишите в личку на YouTube. Но мне писали в Фейсбуке, мне писали на Скайпе, где-то там еще писали. И это так странно, честно. Я даже думаю, а что бы не написать, вот где попросили. Но... Короче, я сделаю имейл специальный и буду просить туда прислать. Ну, неважно, это может быть резюме или какое-то вербальное описание там и так далее. Просто мне нужно сформулировать будет позицию, требования к ней. Что еще вот мне бросилось в глаза среди множества, ну, писем там с интересом выраженным в отношении этого всего? Что... Ну, может быть, это естественно, но вот как бы многие люди, они пишут что-то такое. Ну, вот, например, там человек говорит, я там программист, и сейчас просто ничем не занят, вот я бы взялся. И, понимаете, история какая? Это не позиция для программиста. То есть это как бы совершенно overqualified такой человек. И первая моя мысль, значит, состоит в том, я думаю, ну хорошо, там через 2 недели или там через 2 месяца у него появится чем заняться как программисту и закончится как бы наша с ним эпопея. Это же как же так? То есть, ну,
я... Как это объяснить? Ну, то есть, как так, желание получить какую-то работу, да, не связано с желанием, допустим, делать ее долго. Или там, скажем, как-то расти в этом направлении. Ну, вот как бы случайное что-то такое. Не хочется же случайного, понимаете? Хочется же, чтобы какая-то такая гармония была. У нас же позиции не на месяц и не на три. То есть, если человек как бы говорит, вот я бы хотел там что-то делать, значит, первый вопрос, насколько его хватит вот этим заниматься. Или, допустим, в каком направлении он хотел бы расти, чтобы у нас была долгосрочная перспектива там, в отношениях. Сложно каждый раз там людей значит, обучать, переучивать. Все это на ходу делается и так далее. В общем, сложно. Когда станет на место структура, я так понимаю, вот когда будет несколько человек, будет кто-то за старшего, с долгосрочной перспективой, который не бросит это через несколько месяцев, тогда появится какой-то механизм введения в бой новых сил, и тогда как бы мы будем менее чувствительны вот к этому всему. Ну, то есть, нужен человек, там, подучили и вперед. Да, есть кому подучить, это не должно быть моей задачей. Ну, а пока что вот такая история. Надо сказать, что из всей этой инициативы вышел совершенно неожиданный результат. В частности, вот девушка, которая здесь на местности, и она ожидает разрешения на работу через там, ну, полгодика, должно подойти. И она тоже вот пришла и говорит, ребята, говорит, я, говорит, изнемогаю совершенно дома, говорит, давайте я что-нибудь буду делать. Вот, и мы тоже ей нашли занятие хорошее. Она будет у нас заниматься self-paced классами. То есть у нас есть платформа, называется Educadium. И вот на этой платформе у нас есть классы, которые люди проходят сами, ну, в том порядке, в каком они, в том темпе, в каком они считают нужным это делать. Они такие маленькие классики. Мы их сделали там лет 4-5 назад. И, в общем-то, и можно сказать, запустили, немножко забросили. Там человек 10, наверное, в месяц там что-то берет, ну так, по мелочи. И вот мы займемся сейчас вот этой частью и доведем это до ума. И я еще хотел сделать из нашего курса, который мы живьем ведем, я хотел сделать курс в онлайне, но тоже self-paced. То есесть вот пришел, там $300 заплатил, забрал все, что есть, ну там все, те, что тебе дали, и вот сам сидишь и занимаешься. Такая была идея. Ну вот, я не знаю, насколько она будет продуктивна, потому что все-таки к нам обычно идут люди, которые хотят работу получить. Чтобы получить работу, существенно делать проекты, существенно там резюме, референс, там всякие дела, поэтому я даже не знаю. Но мы по максимуму постараемся в этом онлайновом курсе, не в онлайновом, я извиняюсь, self-paced. Да, мы постараемся там все эти вопросы как бы отразить, чтобы не получилось, что нет проектов, чтобы не получилось, что там непонятно, что делать с резюме и так далее. Мы это все расскажем, но делать надо будет самому. Так что вот пока что у нас есть такой энтузиаст на это дело. Посмотрим, что получится. Вот такая вот история о том, что у нас получилось. Все, наверное, я хочу поблагодарить тех, кто откликнулся. И еще раз, у меня все лежит там, файли никуда не пропадает. Я имею в виду то, что в YouTube, то, что по имейлам и по скайпам и так далее, я просто не в состоянии это собирать до кучи. Поэтому, если интерес какой-то есть, то, значит, ну, эта позиция уже как бы все равно ушла, но в YouTube. Все, счастливо!